Здравствуйте! Знаете ли вы, что от ошибки, допущенной на самом первом этапе проекта, может зависеть до 30% вашей возможной прибыли? Технология BIM предлагает решение для всех этапов жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. На этапе оценки технико-экономических показателей и квартирографии информационная модель позволяет отслеживать большие объемы информации. Таким образом, вы можете предупредить риски и ускорить процесс работы на 40%. На этапе проектирования вы уже сможете отслеживать информацию о себестоимости строительства и сделать тендерные процедуры более прозрачными. Используя виртуальное проектирование, вы ускорите процесс работы на 30-40%. На этапе планирования использование BIM-технологий позволит вам сформировать детальный график строительных работ, произвести планирование ресурсов и сформировать надежный инструмент мониторинга строительно-монтажных работ. Оптимизация строительных процессов и оценка проекта позволит снизить себестоимость и сроки строительства. На этапе производства строительных работ вы сможете контролировать процесс в целом, а также полноту и достоверность предоставляемой отчетной документации подрядными фирмами. В инженерных системах вы сможете разрешать споры, а также контролировать качество монтажа систем. Технология BIM позволит вам уменьшить технические риски до 25%, сократить время принятия решения до 2 раз, уменьшить финансовые потери до 23%. Смотрите сами. Вот результат с применением BIM, а вот без него. Выбор за вами.